Этот сквер самый молодой в городе. Разбит он всего несколько лет назад. В конце 80-х на этом месте хотели возвести девятиэтажку, даже вырыли котлован. Но только планы рухнули вместе с развалом Советского Союза. Вместо новостроя возводились горы мусора, источающие зловоние. Со всех прилегающих территорий, с Хаджимуса, там местные жители, не знаю, кому ни попадя, сюда начали стаскивать бытовой мусор. И строительный, и бытовой. Здесь в летний период времени стояла такая невыносимая вонь, какие-то мертвые собаки, какая-то резина горит. И постоянно люди жаловались, ну, чтобы как-то ликвидировать эту свалку. Это время хорошо помнят жители района. Удручающую картину они наблюдали с окон своих домов. Что было 3 года назад или 4, здесь страшно было. Здесь вот такие заросли, мы живем уже 10 лет здесь. Здесь страшно было, вообще нельзя было детей пускать. Выход все же нашли. За счет средств экологического фонда обустроили территорию, вымостили дорожки, засеяли травой газоны, высадили около 100 деревьев и кустарников. Сейчас клены и ясени подросли. Самое время на тенистых аллеях установить скамейки. И очень хорошо придумали вот скамеечки, этот парк. Действительно, некуда ходить. Так, во дворах маленькие качельки, не везде можно сесть. Деток много, приходят соседних, мы с соседнего, вот, соседних живу, домов. Да. Мы приходим сюда, есть где поиграться, дети на самокатах катаются. Отлично. Красиво, да. 12 скамеек – это дар депутата округа жителям района. Раньше при его спонсорской помощи здесь установили детский городок. На очереди высадка ели. Она должна стать центром новогодних гуляний. В дальнейшем мы планируем по-прежнему развивать парк. Вот здесь, на центральной клумбе, есть такая идея посадить елку, там, не знаю, 3-4 лет, чтобы она была большая, чтобы на нашем микрорайоне, на Шелковом, тоже была новогодняя елка, которая есть на многих других районах города, для того, чтобы жители микрорайона могли праздновать Новый год, мы ее будем наряжать, и можно было организовать здесь, ну, настоящий праздник для жителей и для детей. Впрочем, депутат округа сегодня сам принимает участие в строительных работах. Устанавливают скамейки, заливают их основание бетонным раствором сотрудники городской дирекции парков. Они же следят за покосом травы на участке и будут производить обрезку растущих насаждений. О чистоте на обустроенной территории призывают позаботиться жильцов микрорайона. Жанна Настас, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.